Моя мама самая лучшая, мою маму зовут Лена. Моя мама лучше всех умеет вязать. Моя мама вяжет самые красивые варежки, шапочки и варежки. Иногда мама вяжет даже игрушки. Она недавно связала мне на конкурс в школу мне пасхального зайца. Моя мама красивая, и мы один раз с мамой сумела из каши приготовить пирог. Моя мама умная, она очень хорошо училась в школе и закончила ее серебряной медалью. Я хочу быть такой красивой, как мама, и умной, и тоже хочу закончить школу с медалью.